Всем здравствуйте! Вы смотрите ЦСКА ТВ на КХЛ ТВ. Это программа «Красно-синий лед», первая программа об армейском хоккее. И в нашем сегодняшнем выпуске вы увидите. Федор Федоров в Магнитогорск, как себе домой. Тарелка на памяти Челябинска или что еще возят в своих сумках хоккеист. Новые люди в армейской форме Ян Мушек и Энвер Лисин. В разные годы разные игроки ЦСКА защищали цвета магнитогорского «Металлурга». Накануне матча с «Магниткой» Федор Федоров вспоминает годы, проведенные здесь. За несколько дней до приезда ЦСКА в Магнитогорске свирепствовали морозы. Температура опускалась до минус 30. Но с приближением матча в городе становилось все теплее, и люди не упускали возможности по полной насладиться последними днями новогодних каникул. Климат здесь боевой, но мне здесь как-то нравилось, потому что каждый день солнце, чистое небо. Просыпалось очень хорошо. Форвард ЦСКА Федор Федоров провел в Магнитогорске пару сезонов, за которые успел полностью прочувствовать город, который, конечно же, невозможно представить без металлургического комбината. Завод – это хорошая вещь, люди работают, страна, МИД – это хорошо. Видели этих рабочих, которые вышли оттуда, они были все черные, рассказали много интересных вещей, там, что они делают, как они делают, показали их. Хороший урок на жизнь. Я думаю, надо там поработать, только так это можно понять. Самая масштабная достопримечательность Магнитогорска – монумент Тилфронту, часть триптиха, в который также входят Волгоградская родина-мать и Берлинский воин-освободитель. Самая воодушевляющая достопримечательность – Свято-Вознесенский кафедральный собор. Я туда ходил, да, все время с командой. Я не помню, обычно батюшка в раздевалку приезжает перед сезоном и выставляет нас на сезон. Ходил туда, потому что рядом с ареной поближе было. Как я сказал, много времени такого не было, так что из-за этого. Самая же посещаемая местная достопримечательность, разумеется, хоккейный дворец. Несмотря на то, что игра с ЦСКА проходила в первый в 2014 году рабочий день, арена забилась полностью. С самого начала матча армейцы оказались под серьезным давлением со стороны набравшего форму «Металлурга» и его болельщиков. По итогам двух периодов это обернулось для ЦСКА тремя пропущенными шайбами. В заключительном периоде команда попробовала вернуться в игру, но для этого уже не хватило сил. За последние 16 дней с учетом Кубка Шпенглера ЦСКА провел 10 матчей. Теперь впереди у армейцев несколько дней отдыха, а затем четырехматчевая домашняя серия, в которой команде очень нужна поддержка болельщиков. Матч в Магнитогорске ЦСКА завершал непростое выездное турне, первое в 2014 году. Все подробности выездных матчей далее. Свой первый в новом году выезд ЦСКА начал с Нижнекамска, где противостоял местному нефтехимику. Матч был интересен дебютом за москвичей Лисина и Муршика, выигрыш 4-1. Через день ЦСКА играл в Уфе. И выступив на равных в первой трети, во второй доминировал и способен был исход решить именно тогда. Денисов забил опять, что сделало бы честь любому нападающему. Отличился голом разошедшийся в последнее время Радулов, но для победы этого не хватило. В последней трети пропустили дважды и в итоге уступили 2-5. Челябинский против «Трактор», получив уже в первом дважды от Контиолы, команда не расклеилась. И взяв игру во втором периоде в свои руки, была способна забить не раз и не два. Получилось лишь в третьем, благодаря удачному в итоге набросу Непряева и настойчивости Сапрыкина. 1-2 есть шанс спастись. Не получилось, Контиола забил пустые, став вместе с вратарем «Трактора» Гарнетом героем игры, а ЦСКА отправился в Магнитогорск. В «Магнитке» уже к началу второго дважды забил ворота своей бывшей команды, распоясавшийся в нынешнем сезоне недавний кумир ЦСКА Мазякин. Чуть позже москвичи пропустили в меньшинстве и 0-3 после двух периодов. При не такой уж и плохой игре во втором, не глядя на счет, вроде бы сумели не расклеиться. Радулов очередным своим шедевром подарил надежду на спасение, но вновь не сложилось. 10 игр за 15 дней, с учетом Кубка Шпенглера, подсели ребята. Это эмоционально, чуть не хватило эмоций, может быть, сил. 1-3. 3 очка с 4 матчевого выезда, итог не самый удачный, но в чемпионате пауза, и есть время понять, почему это и сделать выводы. Каждый второй день новый город, самолет садишься как на маршрутку, казалось бы, жизнь хоккеиста, что еще может быть активнее, но на самом деле это рутина. Гостиница, автобус, лед. Как игроки в поездках убивают время, рассказали коммуникабельные Никита Зайцев и Роман Любимов. Привет, меня зовут Роман Любимов. Мы с командой сейчас находимся на одном из самых продолжительных выездов сезона, и каждая поездка у нас новое приключение. И мы всегда берем с собой самое необходимое. Сейчас я покажу вам, что. Вот, мой сосед. Я его всегда беру с собой на выезд.
Так, что у нас тут? Карты, конечно. Как без карт? Ну, у меня все проще намного, мне кажется. Сметичка. iPad? Ну, это скорее больше для самолетов. Время убивать. Я купил в Челябинск в дороге. Отец просто собирает из тарелки. В Уфе очень холодно было. Шарф обязательно, конечно, с собой нужен. И маленькая колонка, вы знаете. Вот колонка нормальная, большая. Ну вот после выигранных матчей она тоже помогает. Перекусить, как на всякий случай. Костюм один раз в том году забывал, он в шкафу висел, я забыл в другом шкафу. Последний город был, мы собирались домой, как-то вылез из головы. Самое тяжелое – это когда ты не играешь на выезде, вот это самое тяжелое. Я в том году просто на себе это испытал. Патрик Дэвис в том году в ЦСКА играл. Вот. Сначала первую неделю, когда я с ним жил, у нас тишина в номере стояла, такая уж у меня голова от нее болела. Я по-английски не говорил, а по-русски не говорил, у нас телевизор был выключен, просто мы лежали и молчали. День рождения, все время выезд. У нас традиция есть в команде, у нас тортом в лицо сразу, то есть получаешь. То есть я тоже по традиции получил. Ну, со мной сидится, со мной всегда весело. У нас полный идиллия. Нас объединяет хоккей. Полетели в Хорватию, а прилетели в Воронеж. Воронеж. Ну да, Воронеж. Сейчас о чем я? Энвер Лисин и Ян Муршак – новые лица армейского призыва. Смотрите далее. Первым клубом в заокеанской карьере Энвер Лисина стал «Феникс», в составе которого новобранец ЦСКА выступал под руководством лучшего игрока в истории НХЛ Уэйна Грецки. Поначалу Энверу нередко доставалось от великого, но спустя время Грецкий нередко отпускал комплименты в адрес российского форварда. В магнитогорском «Металлурге» Лисину удалось поиграть в одном звене с нынешним генеральным менеджером московского ЦСКА Сергеем Федоровым. Получалось у Энвера и его нынешнего начальника очень неплохо. В частности, в Кубке Гагарина 2010 сталевары дошли до финала «Востока», в котором уступили будущему чемпиону Салавату Юлаеву. Энвер Лисин стал одним из первых, кто заключил контракт с новичком континентальной хоккейной лиги Владивостокским «Адмиралом» летом 2013 года. Перед стартом сезона Энвера назначили капитаном команды, а своей игрой за «Адмирал» он заслужил вызов в сборную России на финский этап Евротура. За свою карьеру в НХЛ Ян Муршак провел 46 матчей и набрал 4 очка. Не густо, но хватает для звания второго словенского снайпера в истории Национальной хоккейной лиги. Да, я знаю об этом факте. У нас не очень много хоккеистов, но их число растет с каждым годом. Я горд быть вторым словенским игроком в НХЛ, вторым, кому удалось забить гол в НХЛ. Надеюсь, в будущем мы увидим много словенцев на таком же высоком уровне. Главный трофей в карьере Яна Муршака – Кубок Колдера 2013, который новичок ЦСКА завоевал в составе Grand Rapids Griffins, фарм-клуба Detroit Red Wings. В том розыгрыше плей-офф Муршак пропустил лишь один матч и набрал 17 очков, став вторым бомбардиром команды. Это был отличный опыт для меня. В Grand Rapids у нас подобралась хорошая команда, мы здорово играли и заслужили победу. В конце концов, было круто покинуть Америку с завоеванным трофеем. Для меня было важно победить в Кубке Колдера. С вами была программа «Красно-синий лед», первая программа об армейском хоккее. Смотрите нас ровно через неделю и будьте здоровы!